Всем здрасте, всем привет. В общем, смотрите, что я думаю по поводу сложившейся обстановки, того, что происходит сейчас. У нас, мы читаем все письма от Полины из Италии, от Елены. Вы знаете, у нас же есть очень много знакомых в Италии. И вы знаете, что моя жена, она является врачом, и есть абсолютно подтвержденная информация. Я не хочу молчать, хочу говорить серьезно, и хочу, чтобы вы это знали. В общем, абсолютно достоверно известно, что вот сегодня заканчивается воскресенье, и завтра наступит понедельник. Вот, это абсолютно достоверно. Пожалуйста, запомните, понедельник. Завтра будет понедельник. Давайте мы с вами будем оставаться на связи, хорошо? Если у вас есть какая-то информация, возможно, после марта наступит апрель, я не знаю. Пожалуйста, выкладывайте, давайте будем делиться, давайте будем вместе в это тяжелое время. Все, давайте, до связи.